сегодня покажем вам двушку, двухкомнатную квартиру, полноценную, по адресу Полевая, 37. В квартире есть все. Она, кстати, более экономичная. Цену также оставляю в описании. Вы сами все увидите. Пошлите сразу смотреть квартиру, а потом пойдем на море. Квартиру двухкомнатная, я уже сказала. Здесь вот такая мини-кухня, большой санузел, стиральная машина. Здесь ванна, кто не любит душевые кабины, это как раз вариант для вас. Умывальник, ну то есть туалет. Так, здесь у нас зона кухни, зона приготовления пищи, есть духовка, супер, мне нравится, когда есть духовка. Кто-то приезжает просто пироги печь, для них это важно, что и была духовка. А холодильник, чайник, вся посуда есть, стол, табуреточки. И пошли в первую комнату. У нас их две. Здесь две кровати, столик. То есть можно заселиться с семьей и раздельно с родителями. То есть две двери закрылись друг от друга. И отлично себя чувствуете. Вот у нас первый балкон. У нас их тут два. А здесь он открытый. То есть вы можете сюда там вытащить столик и сидеть, отдыхать и наслаждаться свежим южным воздухом и морем, и вот этот запах цветения будет также присутствовать здесь. Сейчас пройдем во вторую комнату. Здесь у нас вот такой большой зал, стол, стульчики, диван раскладывается, телевизор, здесь Ростелеком, то есть интернет, цифровое телевидение, сплит-система, двухспальная кровать. Да, очень удобно, что есть двухспальная кровать. И у нас еще один балкон, он уже застеклен. Да, вот он тоже вот такой вот просторный. Здесь спокойно, наверное, можно еще спать. Шкаф и окна у нас выходят на полевой рынок. Вот, то есть на полевой рынок здесь все продукты вообще в двух минутах ходьбы. И продуктовые магазины, и хозяйственные магазины. То есть здесь все рядом, и до моря тоже близко. Вот предлагаю сейчас пойти до моря, я вам покажу дорогу до моря, покажу пляж. Все цены оставляю в описании, номер телефона также в описании, звоните и бронируйте. Вот мы подошли уже на набережную. До моря здесь буквально минут 4-5 спокойным шагом. В этой части набережной полностью вся инфраструктура. Здесь два пляжа. С левой стороны пляж маленький, как мы видим. И с правой стороны пляж большой. Сейчас я вам его покажу. Дно здесь камни плюс песок. Ну, здесь очень много людей. Они, туристы любят это место. Я бы ходила купаться либо вот сюда, вот на этот пляж. Он мне очень нравится, он большой. Вот этот аквапарк, он будет функционировать в этом году. Должен, по крайней мере. И вот у нас начинается пляж Сады-Морей, Долнива. Это мой самый любимый пляж. Я купаюсь там. Ну, в принципе, здесь все в шаговой доступности, вы можете выбирать. Это пляж Галька. С правой стороны у нас пляж Песчаный. То есть все на ваш выбор, на ваше усмотрение. Здесь будут все кафе, рестораны, сувениры, совершенно все. Для того, чтобы вам было очень комфортно отдыхать. Вот у нас центральная набережная, от которой отплывают все кораблики. Кораблики на экскурсии. Если вы хотите забронировать эту квартиру, вам нужно написать мне по WhatsApp или Viber, либо позвонить. Звоните, не стесняйтесь, отвечаю всем, подбираю варианты квартир всем.
Обязательно, ребята, хочу вас предупредить о том, что чтобы вы не скидывали первым попавшимся людям денежную предоплату в качестве брони, потому что очень много мошенников в данный момент сейчас здесь. И каждый хочет обворовать и заработать, поэтому не поддавайтесь, пожалуйста. Обращайтесь лучше ко мне, я вам действительно посоветую такое место, куда вы заедете 100%. Многие меня сейчас спрашивают, для чего конкретно я это делаю, почему мои услуги для вас бесплатные. Я хочу вам ответить одним разом всем. Я в этом году решила научиться сначала именно аренде. Именно поэтому я делаю все бесплатно. Вы обращайтесь, не стесняйтесь. И будем вместе вам подбирать варианты. Еще, пожалуйста, большая просьба, кто ко мне обращается, когда я вам скидываю различные варианты, отписывайтесь мне и говорите свой ответ, потому что я понимаю, что ваше время драгоценное, не хочется терять, и мое время тоже, и силы я также прилагаю для поиска вам жилья, поэтому давайте уважать друг друга и отписываться сразу, как предложили какие-то варианты, не пропадать просто так, потому что эти случаи тоже есть. В общем, подписывайся на канал, ставь лайк, обязательно нажимай на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться.